Водитель разгуливает на свободе, следствие затягивается. Минская полиция продолжает разбирательство по аварии, в которой погибли молодожены. Напомню, ЧП произошло 18 августа на проспекте Макеева. Молодой человек на восьмерке сбил пару на пешеходном переходе и скрылся. Правда, его быстро нашли. 22-летняя Кристина Борчук погибла на месте аварии. Ее 23-летний супруг Евгений впоследствии скончался в реанимации. Разбирательство по делу все еще продолжается. Между тем, сам виновник аварии уже подал жалобу на постановление мирового судьи. Молодой человек мировым судьей признан виновным в управлении автомобилем ВАЗ 18 августа 2013 года по проспекту Макеева в состоянии алкогольного опьянения, за что был лишен права управления транспортными средствами на 1 год 11 месяцев. Жалоба водителя, устроившего смертельное ДТП, будет рассмотрена завтра в Миасском суде.